Громада дружня до дітей та молоді. Миколаївська міська рада підписала меморандум про взаємодію з представництвом дитячого фонду ООН. Заявку на участь у глобальній програмі «Громада дружня до дітей та молоді» складали декілька профільних управлінь. Представники ЮНІСЕФ під час візиту відзначили, попри велику кількість шукачів, звернули увагу саме на Миколаїв. З 10 муніципалітетів, що цього року планують приєднатися до ініціативи, наша стала першою. В рамках укладених партнерських відносин міська влада зобов'язується створити більш комфортні умови для життя та розвитку підростаючого покоління, а дитячий фонд ООН гарантує всебічне сприяння цим перевтіленням. Наша програма помогает вам на самом деле не только выйти на эти приоритеты, но и поощрить, потому что она многовекторная, и мы предполагаем, что после первого этапа и комплексной оценки ситуации и обговорения внутри, вы можете очень быстро, так же как и наши другие громады, выйти на второй этап и стать уже кандидатом. Это уже другой статус, и ЮНИСЕФ с вами будет на всех этих этапах, и, по сути, весь наш бренд, да, все наши направления будут работать на вас, вот, начиная с этого момента, с момента подписания нашей инициативы. Я хотел бы, чтобы николаевцы узнали о этой инициативе и о подписании меморандума, потому что у нас на самом деле, к сожалению, николаевцы редко гордятся достижениями своего города, я считаю, что это достижение, и чаще обсуждают какие-то провалы и негатив. Поэтому я очень надеюсь, что это станет, ну, сегодня одной из хороших новостей,